Что ж, я продолжаю играть, да, и надо сейчас мне начинать последнюю главу в этой игре No Life Matters. Получается, третья из трех глав, 5 уровней мне осталось до прохождения игры, и типа вот да, финальный забег такой. Ну, я, может, еще сделаю отдельный видосик один по, ну, как бы, получению типа всех остальных достижений, которые я не получу в этом прохождении. Как бы я 100% уже их не получу, потому что, ну, как бы, вот, ну, посмотрим, может, еще и нет, не знаю. Ладно, уровень первый в этой главе — Fluffy Friends Festival of Fun. Начать на среднем уровне сложности, все как обычно, я опять начну без предметов всяких, но я в любом случае начал без предметов, потому что так и задумано. Что ж, ладно, начинаем. My dear dude, after defeating the dreaded coronavirus, you eagerly embarked on another adventure. Far below the dungeons deep and caverns old. But that was not the end of your nightmare. Oh no! You had to travel inwards into the spiraling madness. Here among these furry halls lies the climax of your destiny. And what is it, you may ask? An autograph from the world-renowned tech mogul, philanthropist, business magnate, and occasional pothead who is adored by all, but adores no one in return. After you obtain it, a mighty blessing will be bestowed upon your RV. A shitload of health pipes and a cheap, unreliable electric motor. Леон Даск, говорите, да? Это как Илон Маск в этом мире. Типа такая пародия. Ну что ж. Now I'm at a nerdy convention, you know, one of the furry ones. The F4 Games Expo. Yeah, it's the usual. A whole lot of strange people. Cosplays made with cardboard and TP. Girls with cat ears and a lot of poop culture references. Прям как в игре в этой, да? Word is that almighty Leon Dusk will grace this place with his presence. I must get an autograph, which can get me an upgrade to my RV. Ладно, давайте начнем. All I want is Leon and rainbows. Вот какой прикольный уровень. Сразу же надо вот сюда пойти. Интересно, а вон там что-то есть? Вряд ли. Так, прикольно, прикольно. Это я тут типа сейчас проснулся, да? Так, их убивать мне, наверное, смысла мало. Я хочу поисследовать. Я думал, это плакатик. Давайте. А как вот мне вот сюда попасть? Там есть стероиды. Вот так вот. И плакатик. Тут ничего нет. Ладно, что ж. Хорошо. Броня. Кошки. Да я попробую это оружие все-таки получше в этот раз использовать. О, не только не фури. Все? Убил? А то они как-то прыгают так непонятно очень. Хрен поймешь. Ага, вот уже сразу этот кошкомет мне дали. Ага. Много кисок. Ой, тут вот эти все. Ну-ка, если я вот так вот сделаю. Вау, да это клёво.
Давай, выходи сюда. Ну да, так-то неплохо. Надо вот так, чтобы... Вот. Потому что она их дамажит, когда она туда летит, и когда обратно летит, тоже дамажит. Поэтому тут все очень хорошо. Это замечательно. Давайте, идите сюда. Офигеть, она мощно дамажит. Я патроны даже не трачу. Ой, кошка в воздухе оказалась. Окей. Очень неплохо пока что. Уровень тоже такой прикольный. С другим ощущением, чем предыдущие все. Что ты делаешь? Бронька. А, вон оттуда пытаешься меня. Лол, как ты, от чего? Ладно, хорошо. Так, вот этих ублюдков. О, вон тех вот. Классно. Прикольное оружие, действительно. Ау. Ой, этого тоже немножко задел. Так, эскалаторы тут всякие, прочее. Опа. Какие-то новые типы врагов, да? Воу-воу-воу-воу. Так, у меня мало здоровья. Ху-ху-ху. 7 здоровья. Стоит ли мне трубку выкурить прямо сейчас? Или попробовать найти хилочки. Так, тут хилочки вот такие есть. Небольшие, броня есть. Так, вы меня на таком расстоянии не пугаете. Хотя лучше тут вот так вот сделать. О. Time to polish them nails. Вот этот гвоздемет. Ладно, я все-таки трубку выкурю. Так, ладно, хорошо, я могу. Нет, наверх, наверное, не могу. Что вот здесь вот мне интересно? Блин, зачем я голову наклонил? Это мне не поможет. Соус острый, да? Давайте спрыгну. Попробую. Опа. Это клевое место. Ой, это основной путь, да? А я могу обратно как-то попасть? Потому что я там не все исследовал. Прям вот, ну, совсем не все.
Блин, у меня мало... Мало патронов. Отлично, отлично, отлично. Справился. Я хочу наверх, обратно. Это вот путь наверх. Путь куда-то вот сюда. Ну, с одной стороны, да, наверх. Тут желтый ключ нужен. Так, вот это что ли наверх путь? Или это просто секретик? Ну, как секретик, типа... Место с лутом. Так, это мне не нужно. Музон такой кочевый достаточно. Так, тут вентиль нужен, чтобы вот это вот заработало. И это меня подбросит вон туда. Этого я не заметил. Так, я пришел оттуда, тут путей еще несколько. Можно вот сюда спуститься, можно вот сюда спуститься. А если сюда спущусь, смогу обратно тут же запрыгнуть. Подождите, это плохо. А у меня патронов снова дофига. Тогда еще... Ладно. Подождите, это еще один, что ли? Или это он и есть? Походу, он и есть. Я думал, я его убил. Оказывается, нет. Это не хочу использовать так сразу. Опа. Клево. О, и это как раз то же самое место, где и был сейчас. Так что я... Давайте-ка я все-таки схаваю эту хилочку. Раз уж такие дела. А есть что-нибудь за водопадом? По-любому, где-то есть с одной из сторон. Ну, секретик — это самое клевое место, чтобы что-то спрятать. Ладно, похоже, что нет. Почему мне ничего не получается? Так, вот это получилось. Так, давайте это и вот так вот. Ладно, я немножко перепрыгнул, но это не важно, потому что я все равно в конце концов оказался там, где нужно. Ага, они вон там снова все. Да что такое? Чё я не так делаю-то? Понятно. Да как? Ладно, неплохо. Понятно. Туда я пока попасть не могу. Блин. Так вот. И теперь надо вот их вот так вот. Так, тут рычажок есть и здоровьице. А тут просто такой же проход, да? Угу. Ага, вон там открылся путь. Хорошо, давайте пойдем туда тогда. Блин, я сверху все еще не исследовал. Как мне наверх-то обратно попасть? Я хочу наверх обратно попасть.
Reset, что ли, путь обратно наверх? Это унитаз. А, ну да, это путь обратно наверх. А я сюда пошел, чтобы рычаг получить. Окей. Отлично, супер. Тут еще патронов достаточно. Ой-ой, а вы еще кто-то такие? Подождите. Ау, Атори. Подождите. Ай. Вот, все. Еще один? Да в смысле? Я думал, вы закончились. У вас трое, оказывается, было. Я думал, только двое. У меня мало патронов у почти всего. Хорошо, хорошо. А туда-то как попасть? Так, вот эти штуковины. Так, отсюда я вышел, а вот в соседнюю комнатку как попасть? Пока непонятно. Может, сверху как-то запрыгнуть? 100% как-то сверху можно запрыгнуть. Только как? Наверное, вот оттуда. Так, тут еще кошки. Наверное, вначале надо сюда вот идти, а потом... Нифига. Нифига себе тут враги какие прикольные. Ты еще что такое? Я вообще ничего не понимаю уже, что тут происходит. Блин, сколько тут путей-то разных, офигеть. Так, это я попал вот сюда. Вау, я еще выше оказался, чем даже вон там. Так, тебя надо, естественно, сразу убить. Ладно, сюда я попаду потом, в любом случае. Поэтому сейчас пока остальные пути заценю. Вау. Интересно-то как. Да, вот это снова идет на тот вот этаж. Это лифты. А это снова вот такое же место, да, как и там. Я хочу. Так. Так, это вот подпрыгалки вот сюда, а это вот этот этаж. Как раз вот... Угу. Могу ли я как-нибудь оказаться вот тут вот? Вот сюда вот я могу вовнутрь попасть, вот этой комнаты. Похоже, что нет. А жаль. Там вроде стероиды лежат или что-то такое. Leon Dusk. Прикольно, прикольно. Так, рычаг. Да, он у меня есть, но я пока его не нажму, потому что... Хочу вначале все исследовать. Тут, я так понимаю, закрыто? Нет. А, да. Так, там внизу я был. Постел 4. Здесь тогда сейчас осмотримся.
Ага, это лифт, который идет вниз. С того этажа. All mine. Вот это вот. Это, ага, тоже такой же лифт. И это вот лесенка, на которой я был, это снова прыгалка. Окей, значит, осталось мне только нажать вот сюда. И, конечно же, появилась куча всякого говна. И у меня очень мало оружия, офигеть. Скажите, а как мне быть-то? У меня же вообще больше ничего нет. Ну да, такое себе. Только разве что ссать на всех. Попробовать, что ли? Так, я хоть кого-нибудь убил таким образом? Или чё? А-а-а, тупые, блин, инопланетяне. Всякие разные. Бесит. Так, отлично. Одного вот этого дебила завалил. А вы вон там, наверху еще. Тут, потому что оружия у меня нет, как самых таких, которые, с которыми мне удобнее всего было бы. О, ракеты есть. Значит, скоро будет ракетница. Так. Тут побольше патронов стало. И повсюду вот я вижу всяких мразей. Там VIP-зона. Фига, вау. Прикольно он так подлетел. Какой этаж клёвый. И там фури снова. Хорошо. Здоровье. И вот это вот всё. У меня мало очень стрел. Ты в смысле еще жив? Офигевший. I like your viscera. Давайте-ка вначале тут все зачищу, потом прям совсем наверху, а потом уже отправлюсь вниз. Странная, конечно, тактика, но, по-моему, самая нормальная. Можно как-нибудь и замедление времени тоже поиспользовать. Так, на ту сторону еще. А я, пожалуй, вот через верх туда и проберусь. Так вот, да? Да. Да, я же прыгнул вроде нормально. Но, судя по всему, недостаточно нормально. Вот. Ой, там
прям проход, да, знаешь, значит, прям совсем проход. А вот там я могу как-нибудь что-то обойти. Опа, а вот так вот я могу сделать. Тут нужен синий ключ. Это я подобрать пока не могу. Еще кошки. 50 это максимум. Понял. Эту броню не могу подобрать. Тут ничего нет. Ладно, эта прыгалка меня доставит обратно вон туда. Да. Вот мне что интересно, основной это путь где? Тут или внизу? Тут слишком много вариантов возможных, поэтому я и не могу пока понять. Давайте попробуем вот сюда сходить. Ау. Не успел вовремя я убить тебя, да? Мразь. Ага, я попал вот сюда. Giblet, I hardly know it. И я таким образом даже патроны не трачу, потому что я этих кошек обратно забираю. Так, а я вот сюда попал, а зачем я сюда попал? А, вот, спуск, я его даже и не заметил. А, мне даже не надо стекло ломать, что ты такое? Чё я застрял-то, блин? Офигеть. Жесть какая-то. Так, синий ключ я нашел, который мне нужен был вон там. Ладно. Так, а тут что? А-а-а. Ой. Ладно, это я тоже не могу подобрать. Да, это оружие на самом деле жесть какое мощное. Если понять, как им пользоваться. Так, я вообще запутался, куда мне идти, что мне делать. Слишком много путей тут. Ладно, давайте-ка я основные этажи все зачищу. Как следует. Ладно. Это сделал все. Вау, троих сразу. Вот это было кайфово. Здоровье мне все еще не нужно. Так, там вот этот. Блин, почему мне не дают пистолет и дробовик? Мне без них некомфортно. Вот, а то тут у меня снова максимум патронов. Давайте-ка поразвлекаемся так. Так, тут я везде был. Вот, другое дело совсем. Вот это удобно уже. Уровень, опять же, очень длинный. О, а вот и базучка. Praise the Lord and pass the grenades. Ну еще бы, они все тут не появились. Okay.
Так. Ты-то чё, ничего не представляешь из себя? О, плакатик. Уходите, не хочу. Так, тут я все исследовал, да, на этом уровне, получается. У меня до сих пор больше 100 здоровья. Ну, окей. Броня. Туда я пойти пока что не могу, да? Ага, голова Иллюминати, костюм Иллюминати и обувь Иллюминати. Ладно, хорошо. Попробуем. Так, там костюмы. Выставка, туалет. Куда мне нужно было еще раз? А, синий ключ, вон туда мне нужно было. Как я туда попал? Я забыл, если честно. А, вот так вот. Откуда вы тут взялись снова? Почему? Жесть. Ух ты, вот даже такое мне может понадобиться сейчас. Да успокойся ты. Хватит бегать. Так, и это я попаду как раз... Ай. Ладно. Не хотела я сюда сразу так падать. Но ничего страшного. Наверное. Надеюсь. Ай, зачем? Я так это подобрал-то сразу. О, опять этот стол непонятный. Стоп, это же снова все вот эта основная зона. Почему там врагов столько? Так, подождите, броня. Теперь уже можно прыгать вниз. Так, сейчас появится говно. Уф. Хочу вас вначале убить. Я вас обоих убил, отлично, одним выстрелом, супер, прекрасно. Теперь я могу запрыгнуть вот сюда, да? Или пойти еще вот сюда? А, тут закрыто. Там можно пописать на вот это. А чтобы туда попасть... Я не понимаю, что надо сделать. Там даже двери-то нет. Неужели мне надо как-то подставить что-то, чтобы туда или... Вау! Я гений! Я вышел снова сюда, но тут еще прыгалка вот эта есть. А я снова тут просто оказался, да? Ага. Хотя там еще ведь какой-то путь был. Который я не зачистил. Там вот если отверх от того пойти. Подождите-ка, мне интересно. Давайте я снова пробую вон туда. Врагов хотя бы... Они хотя бы еще раз не появились. Так что уже неплохо.
Вот это вот что за место? Ой. О. Это я что, обосрался? И как мне тут теперь быть? А, в смысле? Что? Как это? Я вообще не понял. Оно же закрыто только что было, и сейчас оно внезапно стало открыто? Где логика-то, блин? И самое главное, куда мне дальше идти? Я тут вроде все зачистил, но мне еще нужна голова и ботинки этих иллюминати. Откуда мне их взять? А я вон там не был еще. А, тут лестница есть. Все, понял. А это, оказывается, не скелетики, а челики в одежде из фольги. Я думал, это скелетики. Да, тут вот я не был на вот этом уровне. И с той стороны тоже не был на этом уровне. Угу. Ой. Не заметил даже вот этого всего. Так, это портативная броня, но мне нужно попасть как-то вот тут, туда. На ту сторону. Я не совсем понимаю, как. Наверное, вот на этой прыгалке, да? Так, это тоже хорошо, что я нашел. Ага. Я вот тут вот теперь оказался. Я тут вообще не был еще, да, вот на вот этих всех штуках. Эй, меня это закинет просто обратно вон туда. Я туда не хочу. Ай-яй-яй-яй. Какая-то непонятность происходит. Так, там-то есть туалет. Стоп, я... А, нет, не, я все-таки... Да. Все правильно, все правильно, все правильно я делаю. Я все делаю правильно. Патрончики, и вот это меня кинет еще куда-то, непонятно куда и зачем. А, снова вот сюда, подождите, так а зачем? Я ж тут везде был. Ну, ладно, мне что-то надо найти. А, точно, я ж сюда вот еще не пошел. Я сюда пошел, а потом развернулся. Кто тут-то? Офигеть, как вы тут так быстро появились? Так, это вот. Хорошо, хорошо. Че, я не могу в кабинке-то? Или что это? Короче, не могу. Пожалуй, все-таки буду этим пока что пользоваться, потому что ракет у меня не так много.
Ну и чё, сколько тут этих ещё дверей? А эти двери все закрыты, походу. Так, тут все идет по кругу, очень такому кривому. Так, ладно, этого у меня тоже мало становится. Опа, я оказался вот здесь вот где-то. Там место для рычага есть. Да, этих всех надо убивать, потому что они очень опасные. Ау. Но тебя можно вот так вот. Опа. Хорошо. Ага. Так, а в этой комнате в конце тут... Да, вот эта решетка и рычаг. Чё это сейчас было? Так, я наверх еду. Ботинки. Туалетка. Бомбочка вот эта вот. И могу вот сюда пописать, чтобы, наверное, открыть... Да, вот это. И, конечно же, тут же появилось какое-то говно. О, соус. Труба с говном. Лестница. Ага, прям к глазу. Ой, к голове, в смысле. Так, отлично, у меня есть все ингредиенты. Я могу туда пойти. Надеюсь, это финал уровня, потому что иначе он какой-то чересчур долгий. Ну, прям вот жесть, какой долгий. Ты что делаешь? Тебя тут не было. Ой-о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 й. Так, ты еще живо? И ты тоже. Сдохни ты уже. Ай. Все, все. Супер. Давайте, давайте, давайте. Ау. А ты все еще с красным. Почему? Так, что ж, ладно. Ай! See what you made me do. Блин, у меня мало патронов. Фигово. У этого тоже, блин. Ладно. Два лифта, значит. Давайте. Пожалуйста, дайте мне закончить этот уровень, а в следующем уровне сразу же дайте дробовик. Эх. Ага. Фух. Да, долго было. Зато всех врагов убил. Один всего секрет нашел. Ну, бывает. Ладно, что ж. Давайте дальше тогда.